Был анонсирован сериал-приквел к «Джентльменам» Гая Ричи от Netflix. Главную роль сыграет Тео Джеймс, теперь компанию ему составят Джен Лоро Экспозито, Кая Скоделарио и Винни Джонс. Сам Ричи написал сценарий и срежиссирует первые два эпизода, всего ожидается 8. В центре внимания Эдди Холстед, который унаследовал значительное состояние своего отца, только для того, чтобы обнаружить, что она находится на вершине империи марихуаны, принадлежащей Микки Пирсону Мэтью МакКонахи. Съемки начнутся на следующей неделе. Пишите свое мнение в комментариях, а также ставьте лайки и подписывайтесь на YouTube и Twitch, где идет марафон по всем проектам КВМ.